кино. Кого вы мне приводите? Я же вам объяснял! Я вам объяснял, что мне на роль императора Нерона нужен не просто актер, а мне нужен монстр, чудовище, настоящий зверь, чтобы было кого снимать, а не вот это вот безобразие. И как мне быть, а? С кем мне здесь снимать кино? Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Я вас очень прошу, возьмите меня на эту роль. Умоляю, честное слово. Вас? Угу. На роль узурпатора, диктатора, тирана? Господи, боже мой, родной мой, да кого я только в этой жизни не играл. Ну возьмите, утвердите. Умоляю, честное слово, не пожалеете. Да тут нужно дать характер. Угу. Вы должны быть не человеком. Вы должны быть зверем. Зверем? Да с этим вообще никаких проблем. У вас есть одна секундочка? Ну, пожалуйста, ну подождите. Сейчас, ребят, сейчас. Сейчас. Да. Прыг-скок. 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 Чё ты ржёшь? Прыг-скок. Я зайчишка, трусишка. Что это? Ну как? Вы же сказали, что вам нужен зверь, а я в основном-то зверей и играл. Вот она видела. Зайка. Зайчишка. Зайчонок. Да, зайчик. Но бешеный. Бешеный зайчик! Бешеный! Это он! Нерон! Зверь! Беру! Оформляйте договор! А если мне еще зарплату задержать, я вообще звенею.